Slow – медленный, slower – медленнее. Expensive – дорогой, more expensive – дороже. Как вы поняли, сегодняшней нашей темой будет сравнительная степень прилагательных – comparative. Если прилагательное имеет всего лишь один слог, то для построения сравнительной степени мы добавим окончание er. Например, tall – высокий, выше будет taller. Fast – быстрый, faster – быстрее. Если прилагательное оканчивается на y, то для построения сравнительной степени мы y заменим на i и добавим окончание er. Happy – счастливый, слово оканчивается на y, счастливее, happier. Мы y заменили на i и добавили окончание er. Easy – легкий, easier – легче. Если прилагательное многосложное, то есть в нем много слогов, то для построения сравнительной степени мы добавим слово more перед прилагательным. Например, comfortable – удобный, more comfortable – удобнее. Famous – известный, more famous – более известный. Ну и куда же без наших исключений? Мы рассмотрим три основных исключения. Good – хороший, лучше будет better. Плохой – bad, хуже – worse. Далекий – far, дальше будет farther или further. Давайте разберемся, какая между ними разница. We can't go any farther. It's dangerous in the woods. Нам нельзя идти дальше, там в лесу опасно. Или we'll go no further with this project. Мы не будем дальше работать над этим проектом. В первом случае слово farther переводится как дальше, в буквальном смысле, то есть когда идет речь о физическом расстоянии. Во втором случае слово further тоже переводится как дальше, но уже в переносном значении, когда мы говорим о продолжении какого-либо действия. И на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Bye-bye!